Памятник землякам, погибшим при борьбе с фашизмом, в деревне Первомайск, тогда еще Живоглудовичи, был построен в 1975 году. В списке, выбитом на мемориальных плитах, 113 фамилий жителей деревни. Должный уход мемориалу воинской славы каждый год обеспечивают сотрудники Первомайского сельского дома культуры. В ходе традиционных субботников закрепленную территорию регулярно очищают от мусора и веток, белят бордюры, украшают клумбы яркими цветами. Но в последнее время состояние стелы сильно ухудшилось. Стало ясно, без помощи не обойтись. В прошлом году заметили, что памятник начал давать, как бы, уже усадку, трескаться. И мы стали просить, ну, как бы, подшефтные организации, которые отвечают за ремонт, чтобы сделали ремонт. Наша задача сейчас после ремонта все убрать. Водоканал выделил необходимую технику. За ремонтные работы взялись сотрудники предприятия «Экокомплекс». Чтобы справиться к установленному сроку, Игорь Соловей вложил в дело все свое мастерство. Результатами трудов доволен. Это все убрали, старую штукатурку. Грунтом загрунтовали профессиональным, который держит штукатурку хорошо. И потом отделка идет. Штукатурка опять и отделка. И покраска последним. Все будет не один год держаться. Так что качественно сейчас сделаем. Сотрудники предприятий и организации, а также неравнодушные жители Солигорщины занимаются не только благоустройством и восстановлением мемориалов и памятников воинской славы. В порядок приводят одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной, воинские кладбища и места массовых захоронений гражданского населения.